Детских электромобилей, каруселей и батутов на набережной Цесаревича стало меньше. Часть из них были демонтированы силами администрации города. У собственников аттракционов не было разрешений на их установку. Особое беспокойство вызывают вопросы безопасности. Травмы уже ходили по прокату. Пока что вот не касаюсь вот таких машинок, были травмы со скейтами. Сертификатов на детское игровое оборудование предоставлено не было. И, как водится, за маленьких клиентов никто из прокатчиков ответственности не несет. На нарушителей административного законодательства будет наложен, естественно, административный штраф. И как действенная более мера, это будет изъятие данного имущества, чтобы исключить повторность данного противоправного действия. С наступлением лета особо предприимчивые горожане спешат заработать денег, организуя незаконные прокаты велосипедов, гироскутеров, работу батутов и других аттракционов. Прав вести предпринимательскую деятельность на набережной Цесаревича у них нет. И собственник территории Дальзавод им не указ. Просьбу убраться по добру по здорову прокатчики игнорируют. Даже с представителями власти коммерсанты считаться не хотят, до последнего отбивая игрушечные БМВ и батуты. Это моя личная собственность. Ваша личная вот эта вся собственность. Она там стоит. А это вот здесь вы откуда ее взяли? Все. Видите, вы откуда ее взяли? Все. Мне вот это исполнение ваше. Я не хочу. Сказочник. На нелегалов наложили штраф. Основание – осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. Вернуть свои карусели коммерсанты смогут лишь после прохождения всех судебных инстанций. Катерина Матвеева, новости на Восьмом.